Насколько вырастет квартплата в следующем году, определило правительство, установив предельные индексы подорожания коммунальных услуг. Тарифы изменятся с середины года. Больше всего подорожает коммуналка в Чечне на 6,5%. На втором месте Санкт-Петербург, далее следует Крым и Севастополь, где тарифы подрастут на 6,2%. В прошлом году минимальное повышение среди других регионов было в Мурманской области. Потребителям стоит помнить, удорожание касается тарифов на отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергию, вывоз мусора. Другие платежи, которые жители традиционно относят к квартплате, капремонт, плата за содержание и ремонт жилья, за домофон, телевидение или радиоточку, не ограничиваются предельными индексами. В региональном профильном комитете уже стартовала кампания на 2022 год. Тарифы на ресурсы устанавливаются специалистами с учетом индивидуальных особенностей каждого муниципалитета области по закону, чтобы все подсчитать и определить, у ведомства есть срок до 20 декабря.